Алексей Воробьев всерьез готовится к премии РУ-ТВ, где, по всей видимости, собирается побороться за самовар в номинации «Самое танцевальное видео». Музыкант-романтик совсем скоро представит публике клип, совершенно не похожий на предыдущие. Да, видео снова об отношениях мужчины и женщины, но вся страсть и бушующие эмоции переданы Воробьевым в танце. Вся сложность того, как это иногда бывает в жизни, вся прелесть вообще женщины как таковой показывает Адель. И, кстати, эта работа родилась у Алексея после расставания с девушкой, которая танцевала. Поэтому выбор видеоряда и пал на этот вид жанра. Так мы узнали немного больше о предыдущих отношениях красавчика Алексея. А вот удастся ли ему получить самовар, узнаем 25 мая.